Не знаю, как вы, а я уже успела соскучиться. С вами я, Ольга Степаненко, на канале Ру ТВ Молдова, выпуск новостей музыки и шоу-бизнеса этой недели. Итак, у нас в программе благотворительная акция «Кофе со звездами», презентация видеоклипа «Влюблены» артистов Дара и Карлос Дримс свершилась, диджей номер один в мире Дэвид Гетта отыграл в Кишиневе. Эксклюзивные кадры. 16 мая на Молдэкспо прошла благотворительная акция «Кофе со звездами», организованная Александром Стукаловым. Посетить эту акцию мог каждый желающий, где в веселой дружеской обстановке можно было запросто выпить кофе, приготовленный звездами эстрады, шоу-бизнеса, журналистики, политики и бизнеса. Сегодня происходит мероприятие, благотворительная акция «Кофе со звездами». Звезды политики, бизнеса, шоу-бизнеса приходят и вместе с нами варят кофе для людей. А вырученные деньги идут в центр реабилитации и социальная адаптация детей-инвалидов фонда «Эхо Чернобыля». То есть каждая чашечка кофе поможет что-то сделать больным детям. И поэтому уже сюда приходил Башкан Гагаузи, от Совета Европы представитель, вот тут господин Шишкин, уже звонили, придут политики, еще обещали прийти, певцы, с Боинга, мы скоро подъедем. Поэтому целый день будет такое шоу, которое поможет собрать деньги для детей. Вырученные за кофе деньги пойдут на нужды Республиканского центра КРИС, занимающегося реабилитацией и социальной адаптацией детей-инвалидов и их семей. Немножко жарко, боюсь, чтобы не ошпариться, но на самом деле чувствую себя великолепно, то, что делаю какое-то доброе дело. Вы дома часто варите кофе? Да, люблю варить кофе жене. У нас даже есть свой позывной. Если она наверху, а я внизу, я пишу смс. Тю-тю-рю-тю-тю-тю-тю. И она знает, что нужно приходить и пить кофе. В этот же день, 16 мая, состоялась презентация видеоклипа «Влюблены» артистов Дара и Карлос Дримс. Необычная, а скорее непривычная для молдавского шоу-бизнеса песня уже путешествует по социальным сетям и местным музыкальным радиостанциям. Сотрудничество артистов Дара и Карлос Дримс позволило выразить через музыку тонкие душевные переживания, любовь, страх, мечту. Сингл «Влюблены» хочет пробудить чувства, открыть сердца и спрашивает, любовь – это слово, а для тебя? 2 месяца назад Карлос Дримс позвонили Али и предложили ей сделать дуэт вместе, то есть даже не дуэт, а сотрудничать вместе. И как-то это неожиданно пришло, и нам смешно сначала было, но потом мы поняли, что это должно быть, мы должны это сделать. И вот через 2 месяца мы очнулись на презентации клипа сингла «Влюблены». Мы работали с Карлос Дримс в студии, это, конечно же, идея Карлос Дримс и текста, и музыки, но это все адаптировалось под мой голос, под его голос, и вот что получилось в конце. А довольна результатом? Ну, вы знаете, после 2 месяцев работы это очень трудно как-то вот сказать, что да, нам нравится, что у нас получилось. У нас было только на одну секунду такое, ну, да, круто, что получилось, но потом это все как-то вот, зрители должны быть теми, кто определяет, это классная песня или это хит, или не знаю, там, мы довольны. Любовь. Для них только слово, а
А для меня с тобой это мечта. Напомним, что Carlos Dreams – анонимный молдавский музыкальный проект, которому меньше чем за 3 месяца удалось собрать более 500 000 просмотров на своем официальном канале YouTube. Carlos Dreams исполняет музыку на 3 языках – румынском, русском и английском, а также работает в совершенно разных музыкальных стилях. Клип получился оригинальным и интересным. Для них только слово, а для меня с тобой. Кишинев не скоро забудет концерт диджея номер 1 в мире Дэвида Гетта. Шоу превзошло все ожидания. Смотрите эксклюзивные кадры. В выставочного комплекса Moldexpo в рамках своего международного турне Nothing But The Beat Дэвид был очень интерактивен, и публика реагировала на каждое движение диджея. Зрители смогли по достоинству оценить силу звука, а также множество световых приборов и массивных декораций. Были установлены мощные лазерные системы, современнейший светодиодный экран, а также боковые экраны для получения общей информации, на которых воспроизводилось действие на сцене. Colombia! Are you ready? Дэвид Гетта успел раздать автографы самым активным фанатам. Дважды награжденный премией Грэмми, французский диджей и саунд-продюсер прилетел в Кишинев впервые. Молдова стала свидетелем шоу, которое уже собрало сотни тысяч людей по всему миру. Мероприятие прошло на совершенно новой площадке, уникальной зоне для концертов под открытым небом, состоящей из 3 зон. Мейн-зона, фан-зона у сцены, а также уютная VIP-зона с наиболее выгодным обзором. Новая площадка комфортно вместила до 15 тысяч зрителей одновременно. Вместе с Дэвид Гетта в этот вечер на сцене сыграли диджей Макс Анбит, Женя Солид и Серж Кино. Да, во-первых, очень много людей, отличное шоу, эмоции чувствуются и перед сценой, само собой даже за сценой, когда выходил Дэвид, чувствовалась эта энергетика людей, насколько они счастливы, это классно. Безусловно, из того, что было, это лучшее, и я думаю, что надо все время расти, делать больше, 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 и я думаю, что у Молдовы есть большое будущее в плане развития электронной сцены, концертов, шоу, то есть дальше будет только больше. Кто будет играть на одной сцене с диджеем номер 1? Несомненно, это очень-очень-очень приятно и большая ответственность. Надеюсь, все получилось хорошо, как мне так кажется, да, я надеюсь, что и люди, которые собирались, им нравилось, потому что warm-up это вещь такая довольно-таки непростая на самом деле, поэтому я надеюсь, что все отлично. Лично я доволен. Здесь, знаешь, как момент, когда он вышел и начал свое выступление с первыми аккордами, произошло 10 тысяч взрывов перед нами, потому что люди и полностью.
Все держали телефоны и ждали, пока он выйдет. Но это очень эпично и круто. Я люблю. Вот то, что он делает сейчас, мне очень нравится. Его последний альбом, если кто знает, он состоит из трех частей. Первая часть – это хиты, родины. А вот вторая часть – суперэлектронный материал. Вот этот суперэлектронный материал мне очень нравится. И он этим диском доказывает, что он не только продюсер, но еще и андеграунд и диджей. Я уверен, что далеко не каждый артист в состоянии собрать подобную публику. Это первое. И второе, я уверен, у него останутся очень положительные впечатления. Потому что все артисты, приезжающие к нам, уезжают домой и говорят, что Молдова номер один. Они даже знают о нашей публике, поэтому как. Даже беседа до этого с менеджером его. Он говорит, мы наслышаны. Это и доказал. Мы знаем, мы знаем. Ребята из Бесконцерта, конечно, расскажут больше. Но и экран. И тот факт, что сквозь экран работает свет. И количество световых установок. И звук. Короче, это все вместе. Такое шоу, терять которого не нужно ни минуты. Что ж, действительно, такого шоу Молдова еще не видела. Спасибо организаторам за прекрасную возможность услышать вживую диджея номер один в мире, красавчика Дэвида Гетту. Дарите друг другу свежие искренние эмоции, слушайте позитивную музыку и следите за качественной и достоверной подачей новостей. С вами была я, Ольга Степаненко. Увидимся непременно.